Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Rage. В предыдущей серии мы нашли пасхалку, после чего я, собственно, прекратил серию. И теперь давайте продолжим с места, на котором мы остановились. Нам нужно двигаться дальше, вон туда. Там мы еще не были, так что давайте смотреть. Сдается мне, что тут уже особо крупных сил ты... Тихо. Хотел сказать, не осталось. Ну чё-то... Да шо ж ты не дохнешь-то? Ну чё-то я, видимо, ошибался, похоже. А тут у нас что? Видимо, ничего. Так, фигурка Думера, которую мы получили, она, я думаю, будет стоить вполне себе неплохую сумму. Ну, цена пока не пишется. А, вот 511 баксов, понятно. Не поддается, не открывается. Ладно. И что это? Тихо. Не надо нам этого. Не нужно отнюдь. Так, сохраняемся. Не хочу, чтобы меня порубало в дровину. Ну прикольно. Ой. Здесь, похоже, сейфовая дверь банка. Круто. А у местных гопников это, похоже, святилище какое-то. Или печка. Я не уверен, что будет хорошо и умно подходить к штуке такой под напряжением. Давайте-ка мы осмотримся. Дается мне, что я сейчас туда подойду, и меня поснимет та же участь, что вот его. Так, как нам можно выключить лепестричество? Даже не знаю. Даже не знаю. Ну что ж, давайте сохранимся, да попробуем аккуратно это сделать. А, все нормально. Дали новое достижение, и к нам опять идет эта мразь. Ну что ж такое, что всему слава богу. Получи еще в жбан. И третий раз тебя туда же. Дебил. Так, ладно, будем надеяться, что уже пора выбираться отсюда, поэтому будем надеяться, что быстро это все получится. Ой, ой, ой. Тихо. А, пока что у нас перестрелка на большом расстоянии, я думаю. Да блин. Да что ж ты не то все берешь? А, у нас все равно патронов оказывается нет. Эпик фейл. Ладно. Давай, братюнь, давай. Да что ж с тобой не так-то, а?
ебучий в пердак. Ой, случайно нажал кнопку. Пардон, извиняюсь. Так, и что мне делать? Да что ж, опять что ли? Да вы издеваетесь. Все что ли? Его порубало в клочья. А, ну ладно. Нашим легче. Идем в пролом, который он тут проделал. Ох, я чувствую, сейчас тут мясо будет. Что-то мне это все не нравится. Давайте запишемся. Вон там уже бежит кто-то. Вот видите? Так, я не могу что-нибудь вам подарить, скажем, вафломешку там. Нет, блин, не хватает у нас вот такой комплект. И сюда тоже едешь. Жаль, жаль. Придется старым дедовским методом. Отлично. Что-то я про пистолет вообще забыл. А он тем временем довольно-таки мощный. Супер. Ну что, неужели я всех перебил? Или еще одну толпу на меня кинете? Ну что-то в последние часы игры пошло какое-то натуральное мясо уже. Что-то похожее на Serious Sam, Painkiller, Will Rock, игры такого плана. Так, блин. А, погоди, я понял, где мы. Нам сейчас вон туда надо. Это мы обратно возвращаемся. Туда мы ходили, оттуда мы пришли. Ну-ка. Не поддается. Блин, опять этот идет, слышу. Где ты? Причем не один. Эй, ему хана, похоже, я ему баллон попал. Ха-ха. Тупица. Так, ладно. Блин, баллон не так легко попасть, как кажется. Все, летать, братин, летать. Идиот. Еще есть желающие? Мне уже, честно говоря, надоело вас убивать. Машиноголовые. Как-то с вами не очень интересно. Больно уж вы стандартные. Хотя поначалу порадовали тем, что пользуют роботов. Ну и все. Так, где у нас тут выход-то? Вот он. Проходим опять мимо пасхалки. Вот она. И все, возвращаемся в подземку. О, это было круто.
Одно мне никто не может объяснить, похоже, почему вот эта дверь, отделяющая две агрессивно настроенные друг другу группировки, никак не охраняется ни с той, ни с этой стороны. Хотя бы дозор вот тут какой-нибудь стоял бы там, я не знаю, дверь пас, что ли? Или лучше вообще обвалили бы кедрени фени. Не понимаю я их с точки зрения тактики. Эй, ковбой, ты показал бандитам, кто тут главный? Да, деточка. Метишь в боевики Редстоуна? Надеюсь, ты продержишься дольше, чем твой предшественник. Да пошла ты. Смотри, не создавай проблем. Кому тебе что? Так, по-моему, нам сюда. Водители, внимание! Есть свободные места в заездах Дерби на кольце. Опять в гонки приглашают, но я уж, честно говоря, наездился. Минутку. Что за хрень? У меня была верная информация о филтрите, а в этих канистрах ни черта нет. Либо ты решил меня кинуть, либо меня обманули. В любом случае, эта проблема только твоя проблема. Если машиноголовые заподозрят, что тебя послал я, отключат свет. Хочу покончить с этой угрозой. Что ты хочешь от меня? Проберись на электростанцию, подключи питание напрямую к линиям города, а затем прикончи столько ублюдков, сколько сможешь. Устранишь их основные силы, мои парни довершат начатое, и дело будет сделано. Сделай это. Избавь меня от чертовых машиноголовых, и я позволю тебе делать что угодно в моем городе. Мы поняли друг друга. Ты, блин, как пиявка, а? Ну ладно, давай выполним у него последнее задание. Что ж поделать, если сценарист не дает нам возможности отказать этому червю. Вот и славно. Кстати, тебе нужна машина с хорошим вооружением. И не думай справиться с машиноголовами на своем Куприна. Прими это к сведению, приятель. Хорошая машина? Блин, а где ее взять? Я думал, Куприна хорошая машина, оказывается, Куприна хлам. Это печально. Так, давайте-ка мы, я не знаю, к Яне заглянем. У меня всегда первоклассный товар. Давайте улучшение брони возьмем. Теперьче, не то что давеча. Комплект нанотритов. Так. Итак. На остальные деньги покупаем патроны. Как обычно, картечи. И этих у нас 2000. Снайперки, чуть-чуть. Вот так, дальше. Зачем я взял энергетический? Да что ж со мной такое? Вещи что-то не то беру. Так, ладно, мне нужно на калаш еще взять патроны. Обычные стальные, пожалуй. И все, можно жить. Хочешь что-нибудь? Приходи, не стесняйся. Ладно. Лучшие скидки в городе. Да не. Забегай, ассортимент часто меняется. Так, короче говоря, мне нужно что-то с машиной сделать. Возможно, ее можно в гонках выиграть. Или как? Или что? Охотник за головами. Что тут нужно? Опять на перегонный завод. Нет, спасибо. Выселение. Ой, нет, это тоже не хочу. Нужна помощь. Ага, опять возвращаться в подвал машиноголов. Я не люблю бэктрекинг, то есть возвращаться по 100 раз на уже пройденную локацию. Это, по-моему, неинтересно. Все эти задания такие. Так что, пожалуй, обойдемся без них. Так, ну что,
Как трава. Хотя тут не траву, похоже, куришь. Так. Круг. Говорят, это ты разобрался с машиноголовыми. Молодец. Может, Редстоун наймет тебя на полный день. Где мне тут разобраться с машинами? А, может, в баре? А, слышь, я же подобрал, точно. Братюнь, молодец. Я забыл, что у меня квест есть, этому старику надо было найти кое-что. Говорят, это ты помог Джонсу с мутантами. Говорят, что кур дает. Приветствую тебя, странник. Моя колода самая лучшая в пустоши, хочешь сыграть? Я рад за тебя, нет, не хочу. Иди займись бандитами. Так, где тут можно решить вопрос насчет машины? Ребят, подскажите мне, пожалуйста, ну... Явно не здесь, там уже дальше разработки идут. Так, а вот автозапчасти. Ух ты. Тут я еще ни разу не был. Это же мой старый знакомый. Готов к новой встречке, неудачник? Это пока нет. Так, сегодня мне повезет. Плохо. Похоже, мне хана. Нет. Ну ладно. Мне прет. Говорят, правительство хочет запретить гонки в пустоши. Вроде как генерал Кросс считает их социальным злом. Нет, ты подумай только. Так, что ты можешь мне предложить? Слежа? Да, привет. Добро пожаловать к Спарке. Лучшие запчасти и обвес вне столицы. У меня есть все для езды агрессивной, безопасной и, главное, быстрой. Не, ну кто мне скажет, что... Кто вот после такого может сказать, что тут у всех персонажей однообразный дизайн? Каждый персонаж — это ярко выраженная личность. Ну давай, Спарке, покажи. Не стесняйся, смотри, мой товар. Автозапчасти, где наход на Куприна можно купить. Это что такое? Тяжелая броня, сделанная у Филтрита. Давайте, что ли, возьмем ее. Тем более так дешево стоит. Ладно. Хорошо. Аккуратней там. Ну, не знаю, давайте, что ли, в одной гонке попробуем проехаться. Что, это какое? Ждешь скорости? Блин. Эти гонки адски важны для города. Больше всего у нас уважают крутых гонщиков. Если хочешь впечатлить Редстоуна, прояви себя на трассе. Давайте попробуем разок. Что нам стоит? Хочешь испытать судьбу на трассе? Горящее железо. А на дюноходах гонка... Давайте на время попробуем. Удачи. Посмотрим. Я, конечно, опять на клавиатуре. Джойстик влом. Включать. И уже маленько забыл управление на машинах. Но судя по тому опыту, который я получил в тех гонках, буквально с первого раза выиграв все, со сложностью, со сложностью тут все равно проблем особых нет. Да что ж такое, только если сам тупить не начну, как сейчас вот. Так. Я так и знал, что этим все кончится. Да, похоже, эту гонку с первого раза я не пройду. Сдается мне.
потому что что-то слишком много эпик фейлов. Но, тем не менее, сдаваться пока не вижу смысла. Давай, давай, давай. Нет, не успеваю. Ну да ладно. На 4 секунды. При всех тех кривостях, которые были при этом в этом заезде, я не успел всего на 4 секунды. Обалдеть. Ну ладно. Короче, вы поняли, да? Давай с тобой попробуем проехать. И чисто ради интереса. Обойдешь меня? Мой монарх твой. Это лучшая машина на свете. О. Ну, и кто же от такого откажется? Никто. Я готов и жду тебя. Давайте попробуем. Я думаю, в этот раз будет сложнее. Дамы и господа, бандиты и мутанты. У него, кстати, его куприна мне нравится больше, чем мой. Ой, да что такое? Ну вот, блин, ненавижу управление на клавиатуре в этой гонке. Она слишком чувствительная. Это позор какой-то. Лови мину, дружок. Лови еще одну. Хорошо. Похоже, я его снова загрею сейчас. Поставим мину. Пока что все хорошо идет. Главное сейчас не налажать на какой-нибудь мелочи, как я умею. Добрый день. Все отлично. Просто порвал его в клочья, даже на клавиатуре. Как бы я на ней криво не ездил. Монарх. Хорошо. У него, видимо, не куприна вообще машина. Что это со мной? Должно быть, съел что-то несвежее. Вот и вожу, как дурак. Ладно. Вот ключи от машины. Она в твоем гараже. Но имей в виду, я найду другую тачку, и тогда берегись. Да всегда, пожалуйста. Так, я думаю, мне повезет. Плохо. Плохо. Хана. Ладно. Уже не прет. Пойдемте в гараж, посмотрим нашу машину. Перевейт. Сюда. Ты посмотри, да, какая красавица. Тема Старки. Я не хочу тему Старки. Ну ладно, думаю, на этом мы завершим эту серию. Отправимся уже по заданию в пустоши в следующий. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.
Thank you.